конце прошлого года, в декабре месяце, вот в этом кабинете я собрал основных застройщиков, крупных застройщиков, притом приехали из регионов строители, задал простой вопрос, что необходимо государству сделать для того, чтобы поддержать вас в этот непростой экономический период. Все ответили следующее, что поддержите ипотеку, все остальное мы сделаем сами, мощности у нас есть, возможности у нас есть. Так вот родилась программа, она была сформулирована в поручении президента страны, и в конечном итоге мы ее запустили. Она работает с апреля месяца этого года, и сегодня можно уже говорить о том, что она состоялась, и благодаря этой программе удалось удержать ипотечный рынок в стране, потому что многие эксперты прогнозировали чуть ли не 4-кратное падение объемов ипотеки в стране. Сегодня падение, безусловно, есть, оно не могло не произойти в силу объективных обстоятельств, но падение порядка 38%. Это не в 4 раза и даже не в 2 раза. И в основном это произошло благодаря государственной поддержке ипотечного кредитования, субсидирования ипотечных кредитов до 12%. И каждая четвертая сегодня квартира, купленная в этом году через систему ипотечного кредитования, она куплена в рамках этой программы. Это серьезная поддержка отрасли, поддержка спросу. Теперь о будущем этой программы, о судьбе этой программы. Мы договорились на совещании у Игоря Ивановича Шувалова, что в начале года мы посмотрим, как она реализуется, какой она дает эффект. В целом уже, когда по году будем подходить где-то к апрелю месяцу, когда будет уже год и будет понятно, как она работает, какой она в целом дает эффект. И все будет зависеть от уровня ключевой процентной ставки Центробанка. Mm-hmm. Потому что мы начинали, вообще было 17,5%, потом постепенно снижалась ставка. И вот если говорить о каких-то оптимистических прогнозов, то если, грубо говоря, до 8-8,5% ключевая ставка упадет Центробанка, то тогда и субсидирование не понадобится, потому что, собственно говоря, 12% это вполне адекватная стоимость ипотечного кредита в случае вот такой вот ключевой процентной ставки. Я просто напомню то, что прошлый год, который был рекордный по ипотеке, люди взяли у нас ипотечных кредитов на 1 760 000 000 000 рублей. Ну, это 30% рост по сравнению с 2013 годом, это очень серьезно. Напомню, что тогда средняя ипотечная ставка была 12,5%, то есть еще выше, чем сегодня наша субсидируемая процентная ставка в рамках госпрограммы. То есть все будет зависеть от разных обстоятельств, и потом мы опять будем принимать соответствующее решение. У нас общий объем средств на субсидирование заложен на общий объем 700 миллиардов рублей. То есть это не наше субсидирование, а вот сколько люди смогут взять. Вот сегодня порядка там, наверное, 300 уже, да, на то, выверите цифру, потому что было 260, да, по-моему, 250-260, где-то месяц, наверное, назад, да, сейчас может уже быть больше, да. Вот мы посмотрим, сколько получится вот объем, когда пройдет год, это ближе там, ну, где-то вот февраль-март будем смотреть, чтобы к апрелю уже выйти на какие-то решения.